Доброго дня всем. Это Игорь. Разобрал я мотор перед установкой. А вот этот вот велосипед. С того простого. Ну, перед заменой решил разобрать ее, посмотреть, что тут делается, так сказать, после 5 лет эксплуатации, каждодневной эксплуатации. Вот, был приятно удивлен. Шестерни, вот, как видите, это редукторный мотор, планетарный редуктор. Шестерни после 5 лет эксплуатации в идеальном состоянии. Вот, посмотрите. Показываю каждую шестерню отдельно, зубчики, чтобы было видно. Ну, практически нет износа. Нет ему износа. Ну, это что вставляется в корпус. Это обмотки. Тут тоже, собственно, лезть нечего. Смазка тут такая, она и не солидол, и не совсем жидкая, ну текучая. Что-то такое среднее, но не солидол. Смазки хватает, смазка такого, ну, чуть-чуть темнее, наверное, стала. Ну, цвет такой хороший, здоровый цвет смазки. Вот теперь покажу корпус мотора с главной шестернью. Вот он, этот корпус. На солнце ее так вот. Подшипник там в конце. И вот эта основная шестерня, так называемая. Главная шестерня, она металлическая, не пластмассовая, тоже в хорошем состоянии. Зубья все целые. Ну, она стальная, что с ней будет? Ничего с ней не будет. Я думал, что вот эти шестерни надо будет заменить. Но, как видите, они очень и очень хорошие. Поэтому менять их не надо после 5 лет. Так что не переживайте, можете брать редукторные моторы. Они хорошие, надежные, и ничего тут не стирается. Вот. Это с другой стороны он такой. Надо ее почистить будет. Вот это отверстие. Я через них смазку пихал шприцом. Солидол. Думал, что там, ну, мало там. Или может надо подмазать. Так вот, хочу вам сказать, что не надо это делать. Там смазки хватает с завода. Это лишнее. Она потом, тем более я солидол пихал, он замерзал зимою. Холодное мотор-колесо, замерзшее на морозе, оно так плохо стартует, ну, пока разогреется. Оно гудит там, напрягается, пока разгонит ту смазку всю, нагреет ее, она замерзает. Ну, не надо туда ничего пихать. Если хотите там смазать, то лучше вот эти вот откручиваются, каждый он. Один какой-то открутить, туда шприцом можно жидкой смазки. О, густой не надо. Она все равно вся попадает в мотор. Вот. Через вон те отверстия, болтики видно, вкручивается. Стечет вниз к шестерне. Этой главной. И, соответственно, попадет на нее и помажет все остальные. Те пластиковые шестерни и внутри там маленькую шестерню. Они уже все перемажутся сами. Ну, вот такой вот обзор моторчика. Повторяю, после 5 лет эксплуатации шестерни менять оказалось не нужно. Не нужно их менять. Они в очень хорошем состоянии. Как видите, не стертые, не слизанные. Ничего. Все тут. Все здесь нормально. Ну вот и все.